この俺に直接術を教えてくれてる。俺もやっと父さんに認められるようになったんだ。期待に応えなきゃ。兄さんのあの目、俺だって高級の術。Учиха Саске не хотел расти Тини Итачи, потому его задача была превзойти иначе. Его отец бы не признал и не признал бы силу, ту которой обладал еще в юном возрасте сын их. Отец не уделял ему внимания, понимания, проявлял к нему Итачи со своим братом играя. И после поступления в академии он лучшим был, но несмотря на это признание не заслужил. Из-за того, что Итачи ведет себя немного странно, Фугаку спонтанно обучает Саске Сана, но не по силам было овладеть огненным шаром, видимо не шарил малый, потому на шаг назад был. Через неделю доказал, что не такой уж слабый, выполняя технику он на глазах Фугаку самый. Тем самым доказал он сам себе, что гениален, получил признание в клане, наш Учиха идеален. Его глаза давно закрыты, он живет во мраке. Единственная вещь, что движет им, убийство брата. Он хочет возродить свой клан, который так боялись, всех кем восхищались, всех кого сильнейшими считали. Его глаза давно закрыты, он живет во мраке. Единственная вещь, что движет им, убийство брата. Он хочет возродить свой клан, который так боялись, всех кем восхищались, всех кого сильнейшими считали. И вот однажды происходит то, чего не ждали. Саске возвращался ночью, на его пути лежали его товарищи, его друзья, его родные. Парень не поверил в это, в эти кошмары ночные. И Саске оставался жить, он не достоин смерти, так сказал ему Итачи, потому он жаждал мести. Но парню не хватило сил для воплощения плана, но не только сил, но еще и мангеки шарингана. Он был готов пойти на все для достижения цели. Неужели Саске был готов убить на самом деле? Он был готов отдать себя на растерзание и без всяких колебаний, если бы это ему силы дало. Вместе с Орочимару он пошел к нему в ущелье, там, где не было веселья, там, где только боли, тени. И не смогли остановить его друзья, но ведь не зря пошел с Орочимару, это Саскина судьба. Его глаза давно закрыты, он живет во мраке. Единственная вещь, что движет им, убийство брата. Он хочет возродить свой клан, который так боялись, всех кем восхищались, всех кого сильнейшими считали. Его глаза давно закрыты, он живет во мраке. Единственная вещь, что движет им, убийство брата. Он хочет возродить свой клан, которые так боялись, всех кем восхищались, всех кого сильнейшими считали. 学校が終わったら手裏剣術の修行を付き合ってよ。俺は忙しいんだ。父上にでも教わればいいだろう。手裏剣術なら兄さんの方が上手だって。俺だってわかるよ。兄さんはそうやっていつも俺を厄介者扱いする。FOX TV совместно с Anime Rap представляют目的を見失う。お前はここに適図を見に来たわけじゃないだろう。だが、あなたの体はその目に合う内派一族の体ではない。You are now listening to Dancing Beats. お前がその人とまともにやり合えば、ただの罪。Никто не мог предугадать на свет рождения гения. В 4 года испытать успел он боль гонения. Из-за войны шиноби получил он психотравму. Стал пацифистом, но на деле было не так явно. Был выдающимся шиноби из лучшего клана. Овладел он очень быстро техниками шарингана. Стал капитаном Амбу, подчинялся той Такаге. Выполнял он все приказы, так как был верен присяге. И вот настал тот день, которого все так боялись. Геноцид клана Учиха, косё же состоялось. Итачи вырезал всех близких, но один остался. Это был Учиха Саске, он готов был с ним сражаться. Все думали, он был убийцей, психопатом и маньяком, но на самом деле при убийстве ранних плакал. Итачи был героем, но ему не нужно славы. Предпочел скрывать все в тайне, это было его право. Он действовал в тени, но ради света, ради блага. Променял любовь на ненависть, но больше бы не надо. Судьба героя была адом, его жизнь обманом, но пожертвовал собой ради мира в мире поганом. Он действовал в тени, но ради света, ради блага. Променял любовь на ненависть, но больше бы не надо. Судьба героя была адом, его жизнь обманом, но пожертвовал собой ради мира в мире поганом. Орочимару был напарником Итачи, попытался захватить его тело. Обратилась неудача, потерял он руку, потерял он честь и право находиться вместе с ним в одной команде. Он был дьявол. Единственным товарищем Итачи был Кисаме, но при встрече не палали сами, ожидали сами, что станут близкими друзьями и почти что братьями. На самом деле были схожи своими проклятиями. И наконец настал момент
момент финальной битвы братьев Итачи все наступал, но Саске тоже смотрит сдачи. И всем казалось, победителем Итачи будет. Но сказал он Саске, следующего раза брать не будет. И даже после смерти смог помочь своей деревне. Когда война была в разгаре, был призван неверным. Смог вырваться из рук врага при помощи шесу и глаза. В этом весь Итачи, у него тузы в запасе. Он действовал в тени, но ради света, ради блага. Променял любовь на ненависть, но большего не надо. Судьба героя была адом, его жизнь обманом. Но пожертвовал собой ради мира в мире поганом. Он действовал в тени, но ради света, ради блага. Променял любовь на ненависть, но большего не надо. Судьба героя была адом, его жизнь обманом. Но пожертвовал собой ради мира в мире поганом. Саске とは二人きりで戦いたい。他の者たちの足止めを頼む。Всю семью даже не прослезил глаза. Ты смотрел на трупа, а я смотрел на тебя. Оставил в живых, лучше бы не оставлял. Вырос один и понял, что жизнь это полный кал. Недели, месяцы, годы на подготовку для того, чтобы наказать своего брата, который обрел еще большую сноровку. Но я боюсь, и на данный момент мне страшно. Брат, зачем? Кричал я ему. Он в ответ говорил: подрастешь, объясню. Горю желанием стать намного сильнее. Нету времени на поражения, слезы и друзей. Не лезьте в душу, если вас туда не просят. Я убью этого подонка, что знак клана носит. В поисках силы убежал я далеко и не вернусь никогда, откуда я пришел. Не вернусь никогда. Прошло 3 года, я просто вот понять не могу. Стоило менять глаза на мертвую семью. Но ничего, ты скоро ляжешь рядом с ними. Наш клан из руин, мы уже, увы, не поднимем. Финальный бой ради него, можно сказать, и жил. Я убью тебя, брат, ты это заслужил. Как ни крути, я стал уже намного сильнее. И никакой ниндзя-медик тебя уже не склеит. Пошли сильнейшие техники нашего клана. Сильнее нас двоих был, видимо, только Мадара. Сильнейший шаринган Сусану, небесная кара. Кровь сочилась из носа лишь после 100-го удара. Он мне говорит: брат, пришло мое время. Ты достоин дальше носить свое имя. Я всех убил по приказу свыше. Брат, прости меня, брат, ты меня слышишь? По моей щеке прокатилась слеза. Мой брат пожертвовал всем ради меня. Брат, не уходи.